Мы снова играем в Roblox. Там, оказывается, какая-то обнова вышла в пике. Правда, я не знаю еще какая, но я только увидела, и поэтому решила, почему бы снять не по этому видосик. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, смотрите. Здесь показана какая-то дата. Пиги. 12 сентября. 2.00 по МСТ. Это, похоже, 12 сентября выйдет Пиги 2. Представляете? Потом, возможно, если еще успеем, мы зайдем на официальный канал Минитуна и посмотрим трейлер Пиги Бук 2. И также, если вы не знаете канал Самира, я его оставлю в комментариях. Прям туда зайдете, впишите его в YouTube, в интернет и найдете ее канал. Давайте же поиграем. Мне кажется, ничего не изменилось, просто тут Минитун указал дату, когда точно выйдет Пиги. Она выйдет 12 сентября, 2.00 ПМ. 12.00 дня это значит. Окей. Я хочу убедиться, ничего ли тут нового не появилось. Может, скины какие-то новые, но хотя вряд ли. Потому что здесь бы было написано. Ну да, нового ничего не появилось. Может, карта какая-то новая. Потом я еще где-то увидела, ну, в интернете гуляла такая фотка, что типа... Минитун, ну, сфоткал, и там будет карта отель. Мне очень хочется скорее посмотреть. Напишите в комментариях, вы уже ждете Пиги 2? Я вот очень жду. Я не знаю, чего от нее ожидать. Мне еще пока ничего не известно. Мне кажется, все будет интересно. Привет, Фокси. Пока, Фокси. Я прям, у меня уже руки вспотели, потому что я очень хочу узнать, что же будет в книге Пиги 2. Вы использовали его, окей? Вот, закрой дверь. Блин, отстань от меня. Бесишь. Они еще не открыли. Странно. Что-то здесь yellow, white key, белый ключ. А обычно бывает молоток. А-а-а. Ну что, теперь не на кого напасть? Дверь открыта. Они за 4 минуты это открыли. Ну, конечно, это легкая карта. Давай просто. Ну, в принципе, тут ничего нового не появилось. Просто показана дата, когда выйдет Пиги 2. И картинка, естественно, поменялась. Ну, может быть, какие-то карты новые, не знаю. Я теперь играю одна, не с Самирой. Может быть, тут что-то новое. Нет, ничего нового не появилось. Ну, жаль. Но 12 сентября все будет. Блин, почему опять карнавал? Мы же только что там были. Трейдер. Надеюсь, я буду трейдером. Четыре человека за трейдером. Пожалуйста, я. Пожалуйста. Поставьте лайк, чтобы я была трейдером. Yes, я трейдер. Я прям так это и видео и будет называться. Настя трейдер. Ты должен ставить ловушки и так далее. Ну ты, короче, должен останавливать игроков. Изи, изи. Так, вперед. Вперед из песней. Ну пока у меня нет ножа, я буду делать все как обычный игрок. Так, запомнили фиолетовый ключ, где, короче, я запомнила. Пиги проснулась, прелесть какая. Так, нож у меня пока не появился. Джая, так. Нет. Гонись за ней, да. Пурпл кей я взяла, все в порядке.
Оно ж когда у меня появится, простите, я забыла. Ладно, он у меня появится, надеюсь. О, нож появился. Понч. Эх, ой. Эй, вернись, я не предатель. Она пистолет взяла. Блин, она может убить меня. Умрем с гордостью. Отстань. Движись. Ущ, ущ. Я прям так слышу, как денежки сыпятся. Они забыли взять этот ключ. Да блин, ты взял? Взяла? Вот все. Иногда получается, что не берется. Беги, ушла на 20 секунд. Открой! Ну что ты, тормоз. Аккуратно. Тут... Да не нужен это, мне нужен код. Окей, код. Блин, его уже использовали. Там беги упала. Таня, не беги. Я знаю, что... Бой. Я все сделаю сама. Возьми. Молодец. Боль. Я ее больше никогда не заслужу. Боль озарила мою больную душу. Боль. Я никогда ее больше не почувствую. Боль. Я вам отомщу. Запись идет. Запись идет. Все хорошо. Только не карнавал, пожалуйста. Вы чё? Ладно, давайте поиграем в что-то другое, потому что я реально не хочу все время играть в карнавал. Вы чё они? Почему они все время карнавал выбирают? Мне нравится эта карта. Нет, а мне не нравится. Ладно, ну хотя бы мы теперь знаем, что вышла обнова в Пиге. Ну, давайте сейчас, прямо сейчас посмотрим на канале Минитуна. Минитун, официальный канал. Вот, вот его официальный канал. Кто не верит, найдите. Вот, Пиги 2, официальный трейлер. Я не помню, мы смотрели или нет. А, по-моему, не смотрели. Да, давайте начнем сначала, что-то я поторопилась. Так. Какая-то новая карта. Доги. Повторяю, это на официальном канале Минитуна в Ютубе. Зайдите, можете посмотреть. Зизи. Так, потом сначала мы это посмотрим трейлер, а потом уже будем объясняться. Описывать его. Зизи. Она злится. Мы узнаем, наверное, из-за чего. По-моему, Минитун говорил, что я как-то вуф или как-то зовут. Нагнетающая музыка пошла. Знаете, были теории, что это либо дедушка, либо Джордж. Но мне кажется, это дедушка. Все-таки. Очки пони. Или это очки Берри. Не, мне кажется, ближе к пони. Так, пони пришел на какую-то станцию. Помните же, мы играли с вами? А, нет, мы не играли. Но если что, если напишите в комментариях. Короче, мы с вами, когда будем играть в игру, может быть, я не знаю, куда я запишу ее. И там будет, там, короче, такая лесная карта. Ну, это, ну, сейчас я вам все расскажу, короче. Пони куда-то пришел, окей. Боже, я испугалась.
Это была Банни? Там стоит зелье. Может быть, это противоядие? Заражение? Эпик. Эпик. Дверь выбита. Смотрите, ребята. Знаете, мне раньше я думала, что типа это Банни. Что она жива. Но посмотрите сами, ребята. Где это? Где этот момент? Вот. Видите, она даже вообще на Банни как бы не похожа. У нее, во-первых, тут уши, как у... Некоторые говорят, что это темная Пенни, потому что когда мы играли в Диссатури Мемори, там в концовке Джордж гнался за ней. Он говорил: сестра, вот ты где. И Пенни ушла в темноту. Некоторые думают, что это она. Но я раньше думала, что это Банни, но она даже вообще не похожа, потому что у нее уши другие. И глаз светится белым, а не красным. Но это все-таки темная Пенни. Пигги, книга 2. Скоро. Coming soon. Ну, крутой трейлер. Мне уже интересно, что будет там. Вот, To Journey Continues. Это куда шел наш пони. Вот. Вот видите? Так, это здесь. Похоже, наш пони наконец-то пришел на ту станцию. Просто что посмотреть на это? Я не понимаю. Может быть, тут субтитры есть? Субтитры. Недоступно. Недоступны субтитры. Понятно. Но это уже намек на то, что будет Пигги 2. Ладно, ребята, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь. И всем пока-пока.